Всем привет, с вами Ирина, и сегодня будет такое очень нестандартное видео, как для моего канала, но мне удалось побыть и поприсутствовать при создании резьбы по дереву на чепу станке, как вырезалась, готовилась деталь. И не одна деталь, ее было несколько, которая будет дополнять готовую модель, то есть это в будущем будет шикарная кровать. Если вам будут интересны видео такого рода, ставьте пальчики вверх, пишите. Приятного просмотра и пока-пока! Вот готовый результат. Красиво получилось, очень.